Впервые в истории России накануне ночью в Чеченской республике на трассе, ведущей в столичный аэропорт, проведен официальный драг-рейсинг. В зрелищных гонках название самой быстрой машины участвовало свыше 40 спортивных автомобилей. С места события Аблан Дудаев. Первый легальный драг-рейсинг в России вызвал настоящее ажиотаж населения. Здесь собрались более 10 тысяч местных зрителей. Дистанция длиной почти в полкилометра на прямой трассе от аэропорта города Грозный. Состязания проходят в двух категориях – российские и зарубежные машины. Многие владельцы перед соревнованиями снарядили своих железных коней ультрасовременными технологиями. Это азотный ускоритель, буст-контроллер с турбиной, а также спецпрограмма в инжекторном центре мотора. Цель драг-рейсера – показать, что его ускорение и мотор сильнее соперника и на прямой линии прийти к финишу первым. Это 10-я модель ВАЗа на японской турбине. Мощность машины теперь 300 лошадиных сил. Скорость, драйв. Желание быть первым. Желание быть первым никто не уступает. В «Жигули» первой модели так называемая «Копейка» вызывает восхищение публики. Она уже подряд несколько раз легко обгоняла современные ВАЗовские модели. На обратном пути зрители под восторженные крики и возгласы требуют продемонстрировать им излюбленный автотрюк чеченцев. На драг-рейсинге не только автомашины, но и спортивные автобайки. Все эти молодые чеченцы-автолюбители до сих пор устраивали подобные состязания нелегально. Были случаи травм, гибели водителей и случайных прохожих. На этот раз соревнования проводят с повышенными мерами безопасности, с привлечением милиции. На старте и финише дежурят скорая помощь и пожарные. Постараюсь легализовать именно вот те незаконные гонки, которые у нас проводятся в Чеченской республике. И часто погибают молодые ребята. Сейчас, на данный момент, мы, вот как вы видите, провели практически эти гонки. Посмотрим в дальнейшем, что получится. Я с 14 лет с машиной увлекаюсь, вот. Люблю просто машины, люблю скорость, люблю нормальные, красивые машины. Первые места получают владельцы Форда Мустанга и Жигули 10-й модели. Праздник чеченской молодежи завершается по традиции национальными танцами, а герои увозят свои кубки. До следующих гонок. Аглан Дудаев, Магомед Сулейманов, Ислам Бакаров. Новости.